площадь Калинина, привокзальная площадь. Вот одно из последних новшеств. Это или конец прошлого года, или начало этого, я не застал. Вот здесь такой был сквер, собственно говоря, он в основной массе остался как таковой, как территория. Тут розочки росли, такие убогенькие, хиленькие, реденькие. Вот решили эту территорию коммерциализировать. И построили тут Макдональдс, вот этот супермаркет Виктория, хороший магазин. Здесь сделали Макдональдс такой здоровенный. Тут место, кстати, не весьма удобное, к нему подходить неудобно, потому что все окружили вот этими машинами, вот тут куча машин, дорогу не перейти. С другой стороны, то есть и народ тут не толпится. Вот вокзал, прямо напротив вокзала. Приехали и сразу Макдональдс. Это вообще мудро очень. Где же еще можно как следует оттянуться, как не здесь? Господи, вот какие-то рекламные щиты непонятные. Стоянка и реклама. Там памятник Михаилу Ивановичу Калинину. Вот, наверное, один из немногих памятников Калинину, которые остались на территории не только России, но и бывшего СССР. Это город Калининград. Сносить памятник — это город переименовывать. Вот тут тоже, с этой стороны, дорога буквально запруженная машинами. То есть подойти к нему, подходить к нему не очень удобно. Вот это он такой. С этой стороны он так выглядит. Ну, сарай такой. Так, а где тут дорогу перейти? А Бог его знает. Ну, сейчас будем смотреть. Thank you.